Вы на канале «Модные практики». Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Продолжаем знакомить вас с нашими новинками. Очень многое у нас еще тканей, которые я еще не сделала, обзоры для вас не показала, не рассказала. Но я, конечно, стараюсь каждый день по 2, даже 3 видео иногда мы снимаем, потому что ну, надо снимать, потому что лето начинается, нужно, чтобы уже люди покупали, а мы все никак не можем сфотографировать, выставить на сайт, потому что работа непростая. Сегодня хочу поговорить с вами еще об одной группе тканей и хочу начать с хлопков. Посмотрите, какой хлопок. Ну, конечно, их мало. Их у нас мало, потому что и у нас уже в ателье с этих тюльпанов, тут, по-моему, 2 платья. Посмотрите, какая прелесть. Платье, футляр, тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. И вот из этих тюльпанов уходит в такую античную розу. Хлопок такой, знаете, вот такой, как вафельный, что ли. Вот. Потом я хочу, чтобы оператор поближе показал вот эти ромбики. Хлопок с эластаном. Прекрасная, прекрасная ткань для платья, футляра. Посмотрите, какие восхитительные тюльпаны. Ну, еще вот такого цвета есть, более лососевые. Точно такие же тюльпаны, как вот эти, только цвет не розовый, но такой более лососевый. Смотрите, как красиво. И какая красивая здесь зелень. Как красиво эти красные пятнышки в тюльпанах. Ой, восхитительный хлопок, прямо я в него влюбилась. Еще сейчас покажу вам несколько хлопков. Стараемся для нашего разнообразия. Нельзя ходить в одних кружевах, в одном жаккарде, или в одной шерсти, или в одном шифоне. Должно быть разнообразное, чтобы люди по настроению могли у нас приобрести, кто шифон, кто батист, кто жаккард, кто купон Руфаколи, кто кружева дорогие, кто хлопочек, кто лен, кто что. Поэтому у нас сейчас очень будет разнообразный ассортимент. Посмотрите, какие восхитительные хлопки. Очень красиво. Клетку не все любят, а зря. Я за то, чтобы мы любили клетку. Вот клетка очень шикарно ложится на фигуре и придает всегда образу современность. Поэтому я вам показывала, уже показывала вам вот такой шифон. Бербери. Серый шифон, очень красивый. И показываю вот такой батист хлопковый. Хлопковый батист, длинное платье-рубашка, короткое платье-рубашка, какая-то длинная блуза, какой-то блузон на брючке. Пожалуйста, отличная ткань. Хлопковый батист, но он не совсем так батист. Он для батиста такой толстоватенький, а для плательного хлопка так немножко тонковатенький. Но все равно это считается батист, вот я вам показываю. Смотрите, какие восхитительные оттенки. Светлый. Серый, голубой, зеленый. Абсолютно очень недорогая ткань. Из нее можно сделать очень-очень современную вещь на лето. С удовольствием показываю вам батисты. Ну, еще вот такой у нас есть черный батист. Я делала уже обзор платья. 6 метров батиста у нас ушло на платье, 6 метров подкладки. Это 100% батист хлопковый. Без добавления шелка, просто хлопковый батист. Не ну хлопковый батист, а он такой шелковистый, очень легкий, 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 воздушный. Уже показывала вам, уже делала обзор платья. У нас уже отшили в ателье шикарно. Длинное в пол платье, солнце, собранное, такое роскошное платье. Показала вам батисты, которые у меня здесь в этой группе всего 2 батиста. Вот этот и вот этот клеточка. Нереальной красоты тюльпаны. Нереальной красоты тюльпаны – это ткань, хлопок и шелк. Хлопок и еще есть в составе шелк. За счет вот шелка присутствия она такая легкая-легкая. Вот ее берешь, она прямо вот невесомая совершенно. И плюс она еще не простая такая вот тканечка. Знаете, как простая тканечка? Все эти тюльпаны расположены на каком-то сложном-сложном таком выпуклом жаккарде. Жаккард там не просто так, он там ромбами, какими-то полосками. Он такой-такой, хорошо такой выпуклый. И вот на таком молочном жаккарде нереальной красоты тюльпаны. А мне даже больше, чем тюльпаны, нравятся вот эти листики, где там и рыжий цвет, и желтый, и голубой. И они такие, ну как будто их художники нарисовали кистью. Очень красивые. Думаю, что один раз живем на свете, стоит походить в таких роскошных тюльпанах. Очень красиво. 2 белых хлопка. Один такой вот чуть-чуть поплотнее. Вот такой чуть-чуть поплотнее. Ну, он хорошо пойдет на женскую рубашку. Особенно, если чуть-чуть что-то надо скрыть. Но это не плательный хлопок. Это все-таки рубашечно-блузочный. И второй такой тоже хлопок стопроцентный. Такой шелковисто-мягкий.
Ну, оба написано хлопок 100%. Так что у нас появились белые ткани, многие купили курс рубашки, многие покупают застежку пола. Шейте себе рубашечки, абсолютно очень недорогая ткань. Производство Италия, хлопок 100%. Как бы такие простые ткани нам тоже нужны. Не всегда хорошо ходить с ног до головы в тюльпанах. Иногда надо в тюльпанах, а иногда и что-то такое беленькое, аккуратненькое. Кто будет покупать на рубашке, помните, что у нас клеевые материалы есть еще немножко, рубашечные, воротничковые и так далее. Заказывайте ткани сразу с клеевым материалом, хотя бы уж там немножко вам что положили. Не знаю, как ребята обозначат его на сайте, потому что с виду они одинаковые, но на самом деле они разные. Это такая одна такая шелковистая, а другая такая более плотная. Мне кажется, пусть так и назовут. Потому что у нас еще будут хлопки, плательно, юбки, брючки, платья, группа более плотная. И тоже там будет белый хлопок. Но пока показываю вам такую рубашечно-блузочную группу. Сегодня поговорила о хлопках, показала вам хлопки тюльпанами, еще тюльпанами, белые, розы, батисты, клетки. Видите, сколько таких разнообразных хлопков вам сегодня показала, поэтому все возможности у нас есть быть разнообразными. Всего хорошего. С вами были мы, Пауштрина Михайловна, вся наша команда. Заглядывайте в наш интернет-магазин, подписывайтесь на наш канал, следите за нами.